мужик, на связи Шамшурин. Вот. И сейчас хочу рассказать тебе о такой прикольной фишке, которую ты можешь использовать, и она тебя немного прокачает. Вот. То есть, прежде чем я буду рассказывать тебе, что это за фишка, что это за штука, я хочу сказать, для кого она, собственно, кому она предназначена. Она предназначена для того, для тех мужчин, которые уже что-то умеют, уже имеют какие-то базовые навыки и знания в соблазнении, какой-то опыт. То есть для тех, кто как минимум способен подойти к девушке, познакомиться с ней, заинтересовать ее собой, взять у нее номер телефона, да, и вызвать ее на свиданку, чтобы потом на эту свиданку девушка пришла, да, то есть неважно, на каких свиданиях у вас там секс, есть он вообще или нет, самое главное, что вы уже какие-то свидания проводите. То есть вот для этих парней. Что за фишка? Фишка, эта штука называется массовое свидание, групповое свидание. То есть что это такое вообще? Это очень классная, прикольная штука, которая тебя прокачает еще раз, да. То есть как это сделать? То есть ты набираешь несколько телефонов девушек. Желательно, чтобы не меньше 4 пришло. Вот. Ты звонишь каждой из них и приглашаешь ее на свидание в одно и то же время, всех в одно и то же место. Заранее садишься куда-то в кафе и ждешь их. Значит, какой прикол? Что важно? То есть важно, чтобы ты понимал, что это не свидание, где ты с другом и две девушки. Ничего подобного, ничего общего с этим нет. Вот. Важно, еще раз тебе говорю, чтобы был ты один и несколько девушек. Желательно, чтобы их было 3 или 4. Естественно, когда ты звонишь этим девушкам, приглашаешь их на эту свиданку, ты ни одной из них не говоришь, что будет кто-то еще. Вот. И происходит следующее. Следующее в том, что когда они все приходят, у них в глазах такой возникает немой вопрос, что происходит, и еще второй вопрос, что мы здесь вообще делаем, что это, как так. Они будут реально в шоке, вот это очень круто, это крышеснос. Пожалуй, ну, бывает такое, что лучше бы, конечно, пришло 3-4 девушки, да, бывает такое, что из этих 4... Одна сразу сваливает, она говорит, что ты знаешь, там, я не хочу участвовать в этом цирке, да, я отсюда пошла. Ну и пусть идет. Останутся еще 3. Может, 3,5, не знаю. В общем, суть не в этом. Что ты делаешь на этом свидании? Ты также сидишь, общаешься, заинтересовываешь, коммуницируешь, разговариваешь, задаешь какие-то вопросы. То есть обычная свиданка. Единственное, что может быть нюанс, что не совсем будет удобно трогать девушек. То есть, по той причине, что это, скорее всего, даже не получится. По той причине, что, во-первых, там их будет несколько, у тебя тупо не хватит на это рук. Во-вторых, естественно, все они перед друг другом будут стараться казаться неприступными и не разрешать тебе какие-то вещи делать. Ну, хотя, смотря как ты к этому подходишь, ну, у меня бы получилось. И я знаю, как бы, несколько моих учеников, которые это активно практикуют. И у них легко получается еще и возбуждать. То есть, поэтому, ну, на секс на этом свидании, пожалуй, тебе рассчитывать не стоит. Да и не для секса это свидание. Если тебе кто-то из них понравится, потом вызвонишь отдельно, пригласишь их на встречу, и там уже один на один будешь ее возбуждать. Эта свиданка не для секса, это свиданка для прокачки. Для того, чтобы получить новое ощущение в соблазнении, новый опыт какой-то. Общение с девушками, когда их несколько, да, то есть и словить там состояние комфорта. Еще важный момент, если девушки будут спрашивать тебя, что происходит, да, как так, что случилось, почему у нас несколько, ты им говоришь, что что-то подобное, что вы знаете, вы мне все понравились, просто я с вами знакомился с каждой, да. Вот, и вы мне все очень понравились, я просто решил с вами одновременно встретиться, почему нет? То есть ты всем своим видом, всем своим посылом должен показывать, что для тебя это абсолютно нормально, то есть абсолютно привычная норма жизни. Ну и что у вас несколько?
Это очень круто, это даст тебе реально очень крутые ощущения, сделай это там 1-2-3 раза. Задача такая, что в конечном итоге ты все-таки словил там полнейший комфорт и кайф от самого себя и такую вот радость этого общения. Вот, но еще раз повторюсь, это, наверное, будет актуально только для тех, кто уже умеет что-то делать. Для тех, кто еще до сих пор смотрит на девушек, да, и борется со своим страхом, чтобы подойти, или там ему не дают телефоны, что я могу сказать? Вам я могу посоветовать только одно. Приходите ко мне на тренинги, на групповые, на уикенды, на индивидуалки, и я вас научу. Я научу вас всему, что нужно для того, чтобы соблазнять девушек. Важный момент, что как бы, то, что я рассказываю здесь вот на своих видео, или в своем блоге мужскойблог.ру в статьях. Кстати, ты можешь перейти на этот блог по ссылке, которая находится внизу под видео. Вот, и читай там много интересных статей. То, что я рассказываю вот в общем доступе, это на самом деле очень маленькая доля информации, которую ты можешь получить от меня. На самом деле это примерно 5% от того огромного гигантского объема информации, полезных навыков и упражнений, которые я даю на своих живых тренингах. Поэтому для тебя, человека, который все-таки не может себя там как-то замотивировать, заставить, взять себя за яйца, лучшее решение это все-таки тренинг, живой тренинг. Вот. А по поводу еще массовой свиданки, у нас были такие приколы, когда мы жили в Самаре, у нас был такой друг Никитос. Мы вот недавно вместе прошли там тренинг по соблазнению и практиковали. Но мы с Мишкой как-то с моим другом другим сразу ушли вперед. Вот. А Никитос, да, у него хватало навыков, чтобы собрать свидание, и он так несколько раз как бы обламывался таким образом, что он собирает этих девушек, там у него один раз даже 6 пришло, это вообще удивительно. Вот. И он не знает, что с ними делать, или ему яиц не хватает, или он волнуется, или что-то. Но, короче, заканчивалось тем, что Никитос звонил нам, мне или Мишке, и говорил: ребята, приезжайте, да, у меня тут девчонки, как бы. Вот, ну, мы приезжали, и в итоге картина была следующая, что мы сидели, общались, да, выбирали, кто нам больше нравится, заинтересовывали их. Опять же, садились рядом с ними, начинали их сразу кинестетить потихонечку, так вот, без палева, незаметно. И в конце концов мы увозили, он там одну девушку, я другую. То есть мы забирали самых лучших девушек под предлогом, что нам там, хочется с ними пообщаться отдельно. И все, а Никитос оставался с теми, как бы, кто остался. Поэтому еще раз важный момент. Ты не приглашаешь с собой никаких друзей, там двое на двое или что-то. Ты берешь, звонишь девушкам, приглашаешь несколько девушек, и ты один. Только тогда будет достигнут нужный эффект. Только тогда ты почувствуешь еще один шаг вперед в своем опыте соблазнения. Подписывайся на мой канал. Ставь лайки, дизлайки. Приходи на тренинги, увидимся. Пока.